уважаемые гости, уважаемые подписчики нашего канала. Сегодня мы с вами будем готовить, будем жарить курицу с картошкой. Но для этого нам придется приготовить маринад. Что для этого требуется? Я беру аджику. Аджика, наверное, у всех есть, у всех хозяек есть дома. Обычная вареная аджика у нас. И в эту аджику я добавляю майонез 2 столовые ложки. Туда я добавляю соль 2 столовые ложки адыгейской соли, черный перец, паприку добавляю и пол чайной ложки красного перца. Вы можете добавлять все на свой вкус. Но самая главная изюминка у нас будет в аджике. Эту аджику мама делала, и на нашем канале вы увидите рецепт и аджику из красного перца. Мы ее добавляем совсем немного для вкуса. Кто любит острое, можете побольше. Кто любит менее острое, можете поменьше. А кто вообще не любит острое, можете ее не добавлять. Вот у нас готов уже маринад. Сейчас мы с вами будем вместе мариновать курицу. Кладем ее в чистую чашку и сверху поливаем пока нашим маринадом. Так как я буду делать это для себя, для дома, я рукой мариную. Вот мы с вами замариновали нашу курицу. Она сейчас будет мариноваться, стоять, ну, минут 20 постоит. Сейчас мы с вами будем мариновать картошку. Тем же соусом мы маринуем нашу картошку. Картошку мы с вами замариновали. Посмотрите, я выбрала самую маленькую, где было крупное, чуть-чуть разрезала. Чем мельче картошка, тем она бывает вкуснее. Так что используйте для этого блюда мелкую картошку. Бывает очень вкусно. Сейчас мы ей дадим чуть-чуть отдохнуть, пока укладываем курицу. Так, сейчас мы с вами будем укладывать курицу в формочку. Предварительно разогретой духовки. Формочку я залила чуть-чуть масла. Много не надо. Она сама выделит и сок. Так, начинаем укладывать с вами нашу курицу. Мы уложили курицу, сейчас мы будем туда сверху ложить картошку. Вот мы с вами уложили картошку, сверху курица. А теперь мы ставим нашу формочку в предварительно разогретой духовке. Вот мы поставили в духовку нашу курицу с картошкой. Она постоит там где-то час. На минимально, ну я ставлю на 200-180, у кого какая духовка. Например, у меня хватает 200 градусов. Курица готова. Можно уже садиться кушать. Вот картошка. Практически она у меня в целом виде. Если она у вас развалистая, конечно, она может чуть-чуть развалиться. Очень вкусно. Пробуйте. Подписывайтесь на наш канал. Оставляйте свои комментарии. Берегите себя. До свидания. Всего доброго.